Приветствую всех онлайн-зрителей. С вами я, Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании Альпари. Сегодня подведем итог этой недели, посмотрим, что может быть еще получится сделать сегодня. Хотя, я думаю, большинство из вас, процентов 90 уже сейчас от торговли уже отошли. Возможно, сейчас именно будем рассматривать моменты, где стоит уже выскочить. То ли сейчас, то ли уже ближе к концу рабочего дня. Так как рынок сейчас уже плоский практически на многих инструментах, многие уже крупные участники рынка в подавляющем большинстве ушли, поэтому в основном торговать остались только скальперы и высокочастотники, которым в принципе абсолютно все равно, рынок плоский, не плоский, они свое все равно в принципе забрать успеют. Вот. Напоминаю, для тех, кого не было вчера, значит, по просьбам трудящихся сделали расчет вместе с вами по швейцарскому франку. Если что, на ютубе запись есть. Сначала вместе посчитали, в среду, кажется, это было, посчитали швейцарский франк по времени. Вот. По цене, соответственно, не успели, посчитал уже сам. График вам на экран выведу сегодня, покажу, кто еще посмотреть не успел. Вот, считали на днях, поэтому прогноз получается можно сделать достаточно далеко. Я до конца 2017 года сделал. Если синхронность будет сохраняться, нам пока на ближайшее время с головой хватит. Если же будет работать в течение всего года и не будет никаких поводов в нем сомниться, то можно будет продлить там хоть до 18, хоть до 19 года, потому что модель очень большое колебание охватывает, практически целый год, 11 месяцев она формировалась на дневном графике. Потом просто из интереса, как будет, наверное, какое-нибудь первое из наших занятий в следующем году, мы с вами обсуждали еще вариант того, что есть еще одна точка, относительно которой можно посчитать модель падения швейцарского франка. Но для этого нужно вернуться на 16 лет в прошлое и от этой точки считать, во-первых, до текущего времени, для того, чтобы проверить, актуальна она или нет. Ну и потом, соответственно, нужно посчитать вперед. Ну, это надо считать минимум года на 3-4, где-то там уже ближе к году 20-21, вот так вот. Ну, если синхронность будет сохраняться, в этом как бы ничего необычного нет. Вот. Так что давайте, собственно, приступим. Сейчас посмотрим еще, что будет на новостях. Сразу хочу сказать всем, потому что кто-то обязательно забудет, будет удивляться там и так далее. Я повторюсь еще обязательно в конце нашей встречи. Я написал прям огромными буквами специально. То есть, когда наступит Новый год, можно хоть в первые секунды Нового года, после того, как кремлевские куранты пробьют, да, можете после этого заходить на общую нашу папку, которая у вас ссылка здесь есть, да? Ну, после курантов, наверное, все-таки не стоит, лучше на утро все-таки это делать. Вот. Там будет лежать новый архив, и там будут лежать новые версии всех индикаторов, которые мы используем. То есть это как минимум несколько версий попугаев, да, это Gun High Low активатор переделанный, да, это скрипты, которые мы используем все, это Ростов Информер и так далее. То есть полностью весь наш набор инструментов нестандартных, которые мы используем, 1-2 числа надо будет скачать и поставить заново, потому что завтра у вас ни один индикатор работать не будет. Чтобы я сильно не заморачивался именно с обновлением версий, мне значительно проще сделать это будет тогда, когда наступит Новый год. Вот. Поэтому я, скорее всего, уже 1 числа утром все сделаю, зашью и скину в общую папку. А вы там уже, когда кому нужно, зайдете и скачаете. Поэтому ссылка останется абсолютно та же самая. Ваша задача просто взять и сюда зайти. Я еще раз повторюсь, расскажу эту новость в конце мероприятия, чтобы никто не забыл. Просто чтобы до 5 числа мы с вами встречаться не будем, чтобы ни у кого не было
какой-то паники, почему перестали работать те инструменты, я к ним привык там и так далее. То есть все будет, надо просто дождаться, когда наступит первое число. Я утром первого числа сделаю все инструменты обновленные версии, и они будут работать так же, как работали раньше. Вот это вот небольшая такая, небольшое неудобство, с которым мы столкнемся, но это вот один раз в год такое бывает. Вот, поэтому учтите, кто ими постоянно пользуется и кто еще будет по какой-то причине торговать там в первые числа Нового года, то учтите. Вот, всем же остальным, кто будет отдыхать фактически там до 5-го, до 9-го числа, вы в любом случае на следующей аналитике, которая будет 5-го числа, вы получите все необходимые материалы, просто чтобы все были в курсе. Вот, а я сейчас с экрана исчезаю и давайте начинать разбирать. Так. Алексей задает вопрос, когда первое занятие в 2017 году 5 числа будет? 5 число это будет четверг. Так, кто-нибудь знает, что это был за вынос ночью? Я так понимаю, речь идет за швейцарца. Но дело в том, что почему я не люблю именно последнюю и первую неделю года. Потому что здесь любой относительно такой средненький объем, который через рынок может пройти, который вы в течение обычной торговли, в течение года, может быть, даже и не заметите, он может очень неслабо трухануть плоский рынок, которым он сейчас и является. И мы с вами видели пример где-то месяца два назад на фунте, когда он вниз упал, как камень, да, и вот сегодня еще швейцарец сбегал ночью. Ну, не сегодня уже, можно сказать, вчера. Так что подобные вещи, они никого из вас удивлять не должны. Потому что это происходило раньше, это происходит, вот наглядный пример сейчас упомянули, и это будет еще и в дальнейшем, из года в год это будет повторяться все время. Потому что банально объем денег, проходящих через рынок, существенно уменьшился. То есть ушли все, кто мог уйти. Остались только те, кто уйти в принципе не может, такие как, например, крупные банки и компании, которые совершают постоянно какие-то сделки, перевод валюты из одной в другую, что им это надо делать срочно, они не могут подождать, например. Так, я что-то не зашел на сайт, чтобы посмотреть новости сейчас. Вряд ли, конечно, сегодня что-то будет, но береженого, как говорится, Бог бережет, поэтому надо перепроверить, что будет. Календарь событий. Так, по большому счету сегодня ничего интересного не будет, так что полагаемся только на технику. Ну, ладушки. Давайте начинать. DXY все-таки застопорился, не смог он преодолеть 103.77, начинается коррекция. Вот, после этой коррекции следующий импульс ответит нам на вопрос, как будет вести себя дальше DXY. Потому что, в принципе, падение после стремительного роста явление как бы вполне нормальное. Вот. И, в принципе, он вот сейчас подошел даже, можно сказать, к подобию линии ускорения, которая у него до этого сформировалась. Вот. Если он где-то здесь застопорится, начнет расти наверх, это абсолютно укладывается во все привычные стандарты, в которых мы уже привыкли с вами работать. Нам нужно увидеть, чтобы падение остановилось. После этого мы сможем судить, есть критерий, хотя бы вторичный критерий того, что начинается падение или нет. Если он сделает минимум выше, чем 99.42, у него есть потенциал на рост. А если он еще и потом вырастет, вот так, то о падении вообще речи идти не будет после этого. То есть все условия восходящего тренда вновь будут сохранены. То есть у нас в ближайшее время нужно проверить официально два условия. То есть первое условие, минимум будет ли выше, чем вот этот минимум. И если он пойдет наверх, обновит ли он вот этот максимум. Если обновит, то значит он пойдет пытаться
дальше забрать следующую цель, это в районе 105.98. Если он туда пойдет, значит еврика с фунтом он фактически за шкирку потащит вниз, а японку со швейцарцем наверх. От влияния доллара в этом плане уже тогда они никак не скроются. Поэтому про это помните. Как раз за счет того, что DXY вниз пошел, очень наглядно будет увидеть, как швейцарец на это среагировал. Ну, сейчас по всем пройдемся. Вот, здесь DXY. Тут у меня история не подгрузилась, или он реально так дернулся. А нет. Да. Рывочек небольшой был. Вот, дошел он до Нью-Йорка, да, то есть до 102. Вот, сейчас откатился назад, в принципе, может сходить на 101.62. Вот, он все-таки смог пробить 102.79, до этого не получалось. Мы с вами вчера говорили, что в принципе, для того, чтобы синхронизироваться со временем, цена может начать идти назад против тренда, чтобы быстрее встретиться, да, условно, да, встретиться со временем. То получается, к 101.62 он может отойти, но о развороте, повторюсь еще раз, речь не идет вообще. Вот. Так что вполне возможно, что мы увидим вот такую картину, да, то есть цена отходит назад и потом снова пытается дальше расти. Поэтому здесь как раз январь будет насыщен на новости. У нас как раз сразу после начала торгов у нас первая пятница месяца — это данные по безработице в США, non-farm payrolls, да, никто не отменял их. Потом в конце второй декады января у нас официальная инаугурация Трампа будет происходить. Возможно, там будет изменение потом политики, относительно политики Обамы тоже начнет менять общую стоимость доллара как следствие. Так что я думаю, как раз в следующем месяце будет много чем заняться. Пока что чисто исходя из техники можем подождать его на 101.62. Поэтому пока он будет давать слабинку, соответственно, да, то швейцарец с японкой могут еще немножко подпросесть, да, а фунтик с евриком могут приподняться на вот этом фоне. Вот. Но опять же, сейчас рынок плоский, я думаю, большинство из вас все-таки будут готовиться к Новому году, а не торговать. Дальше, DXY на маленьких вибрациях, но на том же самом таймфрейме. Мы с вами обозначали два уровня еще в понедельник, да, 102.92 нижний уровень, 103.22 верхний уровень. И вот за счет вот этого самого гэпа он взял даже дополнительную цель. Основную он даже проскочил, как будто бы ее и не было. Да, 102.55 была основная цель в случае падения. Он ее успешно взял и даже успел взять 102.25. Значит, если временной уровень будет пробит, что это значит? Это значит, что не будет фрактала образовано в 9 часов. Это вы узнаете, не считая текущего часа, через 3 часа. Получается, это вам нужно подождать 3 часа 30 минут примерно. Если через 3 часа 30 минут фрактала не будет, значит, временной уровень пробит, и он может пойти на 101.58. Как раз отлично сочетается с расчетом по любимому углу. Разница там в несколько соток. Поэтому, опять же, синхронность очень высокая, поэтому, скорее всего, именно к тому все и будет идти в дальнейшем. Так, вижу, у нас есть еще подключившиеся. Так, Андрей, Михаил, Инна, приветствую всех, кто только что подключился. Добрый день, добрый вечер, доброе утро. Не знаю, кто в каком поясе часовом находится. Вот. Мы давайте посмотрим на еврика. Вот. Еврик стрельнул наверх, опять же, из-за того, что доллар стал немножко более слабеньким. Да? Но, опять же, длинная тень пока что вырисовывается. Оценивать ее полноценно мы сейчас не имеем никакого права. Но если все останется таким же видом, то в понедельник уже можно будет говорить, что все-таки медведи посильнее, чем быки оказались. Чем длиннее тень в эту сторону будет, тем меньше вероятность, что цена пойдет наверх. Я думаю, это все еще со свечного анализа помнят. Поэтому на этом акцентировать внимание сильно, я думаю, не стоит. Так,
Вот вижу, уже первые комментарии пошли. Вынос сегодня был из-за того, что ликвидность на рынке ночью низкая на Азии. Спекулянты этим пользуются. Когда ликвидность еще ниже крупных игроков нет, спекулянты легко двигают цену в свою сторону, не встречая сопротивления. Ну, как раз очень точно Михаил подметил. Мы как раз уже подобный пример с вами рассматривали где-то месяца полтора-два назад, да, когда тоже был на Азии фрагмент рынка с низкой ликвидностью, и тогда тоже точно так же взбудоражили рынок. Спасибо за комментарий, Михаил. Вижу, к нам еще Владимир подключился. Доброе утро. Так, а мы идем на Еврика на более маленькие таймфреймы. Вот, если есть те, кто все еще на данный момент торгуют. Сначала давайте подробно разберем, то так сразу не видно. Вот был сигнал на покупку, да, но осциллятор сказал, что лучше все-таки воздержаться от него. Потом цена вернулась обратно внутрь диапазона, да, углов. И был сгенерирован второй сигнал. Вот второй сигнал не запрещен. Вот он. И для тех, кто перед Новым годом торгует, сигнал был вполне аргументированный. И потом вот это вот хорошее такое движение наверх. И вот здесь вот для тех, кто ночью не спит, в 2 часа ночи был сигнал на закрытие. То есть где-то вот такое движение можно было бы, в принципе, забрать. Если у нас есть такие храбрецы, кто в это время торгует, то жду сообщений в чате, кто умудрился укусить вот эти 60 пунктов. Вот, в теории, конечно, видно, что он прошел-то больше, да, там 160 пунктов, но я сильно сомневаюсь, что так виртуозно можно было их укусить. Так, что мы делаем сейчас? Сейчас у нас есть новые точки, у нас есть новый максимум, у нас есть новый минимум, и сидим, ждем дальнейшего развития событий. Все как обычно, ничего не меняется, да? Так, с фунтиком что получилось? Давайте посмотрим. Вот, фунтик, получается, вот здесь сделал сигнал на покупку. Возможно, даже лося поймали, да, вот здесь вот. Кто дивер не увидел, вот он, кстати говоря, да? Вот, кто дивер увидел, ушел фактически, ничего не заработав, ничего не потерял. Кто дивера не увидел, те хотя бы маленький убыток, но все-таки получили. Да? Вот, потом абсолютно та же самая история была вот здесь. Там цена буквально успела сходить пунктов 16, может, без убыток перевели, и все равно особо ничего схватить не успели. Но периодически такие вот сделки с не самым хорошим результатом получаются, никуда от них не денешься, да? Вот, и потом перенесли вот так, здесь генерировался сигнал на покупку, осциллятор его запретил, и по сути потом обновился максимум, мы переставили точку вот сюда, и сейчас не пробит ни верхний, ни нижний из углов, поэтому мы, соответственно, их и не трогаем. Вот, ну и сегодня сюда уже лучше особо не лезть. Почему? Потому что рынок плоский, поживиться могут только скальперы. И еще одна тонкость, посмотрите, где мы сидим сейчас. Да? Мы находимся в зоне консолидации, и формируется коррекция в виде вымпела. Вот. Поэтому если он пойдет наверх и пробьет границу фигуры, или, ну, по-нашему проще посмотреть, когда он пробьет угол, очень внимательно, если есть храбрецы, кто будут заходить сегодня еще открывать какие-то позиции, то не отходить вообще от монитора, сопровождать сделку, потому что он буквально может открыться, уткнуться в зону консолидации и тут же начать либо во флэт идти, либо возвращаться назад вниз. Очень сильно все будет зависеть от того, как будет вести себя DXY, поэтому либо лучше сюда не лезть вообще, либо уже после того, как цена выйдет за пределы 1.23.076, тут же встать в безубыток и сидеть уже плевать в потолок. Дальше уже как будут развиваться события,
уже, в принципе, не так важно, вы уже ничем не рискуете. Если действительно пойдет, ну, сколько-то там пунктов заберете. Если нет, ну и черт с ним, выйдете в безубытки и пойдете уже отмечать Новый год. То есть это как бы, несмотря на то, что потенциальная прибыль здесь все-таки присутствует, но как бы не самое хорошее время, чтобы пытаться ее реализовать. В итоге он, в принципе, может так навскидку сходить где-то, ну, 80 он целиком не заберет, но, грубо говоря, пунктов на 70 наверх после пробития он сходить может. Вот. Но, опять же, из-за того, что рынок плоский, скорее всего, он в лучшем случае половину отработает от того, что мы с вами сейчас только что обнаружили. И не забывайте на плоском рынке отслеживать осциллятор на более низком таймфрейме. Швейцарец. Швейцарец вчера чуть не сломал модель, которой мы с вами пользовались. Мы, собственно, с вами давно ждали, что он ее убить уже должен после такого как бы зверского ускорения, которое он тут сделал. Да? По сути, вот все, что мы с вами видим, начиная с середины декабря, вот это вот, вот этот процесс, да, эта цена стоит, ждет время. Точнее, нет, вот так, вот до вот этого момента, вот до вот этой вот свечи. Все вот это движение, эта цена стоит, ждет время. Что у нас здесь произошло? Вот образование модели, вот оно первое колебание, да, и цена не идет стандартно вдоль 1.1, как бы это в идеале было бы, да. Вот, идеальных у нас движений в принципе на рынке не бывает, у нас всегда кто-то быстрее движется. Либо цена обгоняет время, либо цена начинает отставать. Но в нашем случае цена время обогнала, стала двигаться с слишком высокой скоростью, время у нас движется всегда с постоянной, поэтому цена может либо ждать, либо возвращаться назад. Но вот здесь в данном случае развивался тот случай, который называется, что цена ждет время. Вот она стояла фактически в боковике, да, время шло дальше. И вот здесь, конкретно вот в этой точке, 29 числа в 11 час, на цене 1.02.464, цена и время снова взялись за ручки. Да, синхронизация произошла еще раз, и теперь уже цена начала отставать от времени, уже время пошло вперед. И вот чуть вчера модель не сломалась. Если бы она закрылась бы за ней, то пришлось бы рисовать новую. Если бы на тот момент у нас были достаточно точек, чтобы нарисовать заново VIA. Так что сейчас мы находимся в состоянии замедления. Модель пока что еще актуальна. Вот, мы с вами разбирали, что вчера, 2 часа, не вчера, да, вчера 29 числа в 2 часа ночи был сигнал, что достаточно рисково, что особо недалеко, там 20 пунктов до 1.1, что лучше открываться именно после того, как он 1.1 пробьет, если сможет пробить. Вот. Ну вот здесь конкретно получается он в 11 часов сделал сигнал пробоя 1.1. В принципе, можно было бы входить, если бы не одно но. Осциллятор сказал, что скорее всего этот конкретно импульс уже сдох. Вот действительно он сдох, вернулся назад и сделал фактически тестирование 1.1. И вот здесь генерировал второй сигнал. Вот он, черный, да, свечка. То есть вот он второй сигнал. Это если смотреть относительно основных углов. Но мы с вами обычно смотрим все-таки перенесенные, поэтому давайте посмотрим, как это выглядело вот здесь. Чтобы быть совсем дотошными, вредными до мелочей, да, то по-хорошему более точно сигнал сформулировался вот здесь. То есть вот сигнал от основного угла, вот сигнал от перенесенного. В принципе, и этот не запрещен, и этот не запрещен. Если вчера караулили, то примерно с приходом американцев было два сигнала, и цена сбегала достаточно хорошо вниз. По крайней мере, вот вчера с одним из ростовских трейдеров уже почти под вечер разговаривал, что движение вниз, вот это вот еще когда началось, по швейцарцу он уже стоял в продаже. Вот интересно будет сегодня, если получится узнать, зафиксировал прибыль вот эту большую или убежал пораньше все-таки. Вот. Так что сейчас у нас есть новый максимум, у нас есть новый минимум, поэтому давайте перенесем значение. А те, кто умудрились все-таки укусить или здесь продажу швейцарца, жду сообщений в чате, очень
интересно было бы это узнать. Так, я пока посмотрю, что там у нас в чате творится. Может быть, какие-то сообщения появились. Так, Антон пишет, забрал швейцарца на продажу, сетка ордеров, накапливал позицию 2 недели. Ну, шикарно. Ну, это уже, в принципе, отработанный механизм, вы этим уже давно методом пользуетесь. Это уже, я помню, мы это обсуждали еще года 2-3 назад. Так, дальше Елена пишет, вчера швейцарца поймала в сел, но так как было позднее время, не стала ждать, закрылась по тейк-профиту 54 пункта. Но, на мой взгляд, и этот результат тоже прекрасный, потому что все-таки торговать в последнюю неделю месяца и забрать прибыль на плоском рынке, когда мало участников, это все равно очень круто, потому что периодически, конечно, он выстреливает, да, из-за того, что какие-то уже манипуляции с рынком происходят. Но все равно очень круто. Так что мои поздравления всем, кто смог забрать. Так, пошли дальше. Кто у нас еще сегодня по плану? По плану у нас сегодня японка. Переносили вчера с вами углы. И получается, позавчера был сигнал. Сигнал был запрещен. Потом локти кусали из-за того, что не зашли. Но, собственно, лучше в некоторых случаях сигнал пропустить, потому что заранее неизвестно, чем дело кончится. Вот, сколько же она пролетела, получается. Она пролетела, ну, где-то больше 100 пунктов, да. Давайте перенесем углы. То есть вот этот сюда. Вот этот вот сюда. И ждем пробития. Единственная оговорка для сеточников, для любителей многократных лотов и для тех, кто работает с полуавтоматикой. По японке сейчас очень именно для вас опасная ситуация. Я сам ненавижу ее больше всего на свете. Вот. Это вот эта конфигурация, которая обычно расшатывает нервы всем, кто пользуется одной из вот этих вариаций торговли. Это начало расширяющейся формации. Поэтому всем, кто работает многократными лотами и любыми вариациями многократных лотов, неважно в какой методике это представлено, будьте внимательны, потому что это может в дальнейшем привести к накоплению позиций, поэтому сильно не открывайте новых, и к тому же еще перед Новым годом. Как только увидите, что расширяющаяся формация уже схлопнулась, да, и направление приобрела, можете вернуться, опять же, те же сетки расставлять, открывать дополнительные позиции. Но вот эта штука, она на самом деле очень опасна. Сколько я различных методов не пересматривал, которые открывают больше одной позиции одновременно, они все боятся именно вот этого вот. То есть я даже видел системы, которые не боятся ни флета, ни резких скачков рынка, там ни интервенции, вообще ничего. Но когда начинается вот эта штука, начинается очень сильная нагрузка на нервы и на депозит. Причем на нервы в большей степени, чем на депозит. Так что будьте очень осторожны в таких ситуациях, особенно когда ликвидность не очень хорошая. Так. Дальше. Австралиец. Так, у австралийца мы с вами рассматривали, сигнал был, но был сигнал с риском, да, поэтому потом после образования максимума посмотрели, что у него было заново. Был новый сигнал. Новый сигнал был вот здесь. Он не был запрещен, да. Поэтому получается вот отсюда уже можно было становиться на покупку, если вы еще торгуете. И вот в данный момент у вас уже бы было пунктов 17 прибыли, ну а сигнал на выход был вот здесь. Да? То есть, ну, фактически то же самое. То есть прибыль составляет где-то 19 пунктов, ну там минус спред, условно можно сказать, еще если не точно зашли, пунктов 15 бы в итоге бы забрали. Максимум сейчас обновился, так что переносим сюда тоже. И ближайший минимум тоже. Так что сегодня в любом случае от австралийца сигнал будет. Но все-таки сегодня не тот день, когда лучше всего открывать какие-то маленькие позиции. Если только вы не уйдете на более маленький таймфрейм. Уйдете на 15-минутке, последние два предложения можете забыть.
Дальше. Новозеландец. Ну вот новозеландец медленно растет. Вот, если он вот так вот мелко-мелко пойдет и все-таки там что-нибудь вот такое нам вырисовывать начнет, да, вот, то в принципе мы уже сможем нарисовать новую модель, новый веер на падение. Но пока что мы можем чуть-чуть схитрить. Причем абсолютно обоснованно. Клин уже, в принципе, худо-бедно отработался. Мы уже с вами это рассмотрели. Вот. А что нам нужно сейчас? У нас есть растущие максимумы. Хоть и паршиво, но растущие. Минимумы растущие у нас тоже есть. Вот. Поэтому мы, в принципе, можем с вами рассмотреть новый веер уже. Так что давайте попробуем. Так. Где он потерял? Вот он. То есть получается, мы с вами должны нарисовать это вот следующим образом. Только точно. Так. Отсюда сюда. И отсюда вот сюда. Так, какая из них самая низкая? Не люблю, когда вот эти скопления начинаются. Так, 68 783, 68 789, 791, 782, 779, 784. Значит, вот этот. Вот. Так, и тогда получается вот так. Так, давайте скорость вместе мерить. Так, наверное, клин ударю, я думаю, или тонким его сделаю, чтобы сильно не отвлекал. Вот, хватит. И давайте скорость теперь замеряем. Не знаю, насколько нам долго эта модель прослужит, но формально у нас есть абсолютно все права на то, чтобы сейчас эту модель построить. Может, после Нового года он и рванет, сильно ее сразу убьет, но у нас особого выбора нету, потому что для падающих данных у нас в любом случае нет еще. Так, скорость 4,46 для тех, кто вместе со мной строит. Вот. А мы пока что давайте сразу перенесем. Это вот значит будет перенесенный 1,1. Реверсивный, как всегда, с минусом, да, с противоположным знаком. И ставим на максимум. Идем в состояние ускорения для начала направленного движения. Это вполне нормально. Вот. У нас еще дивер сейчас есть. И вот что лично меня чуть-чуть сейчас смущает насчет того, насколько долго эта модель продержится, то что опять начинается разворотный клин. Я надеюсь, его все видят. Вот он. То есть он может сейчас еще раз вниз сбегать, но тут надо посмотреть, как себя доллар будет вести. Если доллар чуть-чуть сильнее станет, он до 1.1 сбегает. Но модель это не отменит. Так, вижу, японку забрал по тейку 147 пунктов, пропустил сообщение, сейчас вернемся. Очень круто получается, все движение забрали. Это, я помню, скрин вы присылали, кажется, на прошлом еще семинаре, да? Ну, идеально. Это сейчас я выведу на экран. Так, получается, зашли вот здесь и вышли. Фактически он еще и как раз по времени развернулся. Сейчас до квадратов, когда дойдем. Идеальный вариант получился. Поздравляю с хорошей сделкой. Так, а мы смотрим дальше.
Модель новая у нас есть по новозеландцу, так что теперь рассуждать будет легче. Но не факт, что до конца этой недели, тут осталось совсем немножко, что он сигнал какой-то вам даст. Так, следующий у нас кто по расписанию? Канадец. У канадца был сигнал на продажу в 3 часа ночи, мы с вами обсуждали, что кто не спал, возможно, его рассмотрел. Потом, когда был новый минимум, вот здесь вот, он сгенерировал новый сигнал на покупку, который заново осциллятор запретил, сказал, не надо наверх идти, он был прав. Да, после этого углы перенеслись вот таким вот образом. И был еще один сигнал на продажу, который осциллятор тоже запретил, то что уже поздновато, да. И получается, перенесли мы их вот сюда потом. И потом сейчас вот здесь уже сгенерирован еще один сигнал на продажу. Он уже не запрещен, да, вот он. Кто по нему зашел, сейчас без убытки стоит примерно, да, то есть ни прибыль, ни убыток. И, возможно, те, кто заходили, стоит прямо сейчас отсюда убежать. Почему стоит убежать? Здесь дивер, да. И так как он сразу не пошел, то вполне возможно, что сейчас он чуть-чуть в боковичке может постоять. Поэтому переносим сейчас на актуальный минимум угол вот сюда. И ждем дальнейшего развития событий. Учтите, что происходит с канадцем. То есть канадец, получается, относительно доллара укрепляется за счет того, что доллар слабинку дал. И доллар-канадец идет к 1.2 вниз. То есть теоретически это падение еще может продолжиться и где-то вот пунктов на 40 еще может упасть. Так, Елена задает вопрос. Алексей, я вам вчера сбрасывала скрин расчета любимого угла на 2017 год. Не смотрели, посмотрел. Вот, но только единственное маленькое замечание. Это не совсем корректно называть расчетом по любимому углу. То есть то, что вы нарисовали, это больше относится к другому методу. Тоже к методу Ганна. Как раз тот, который я затрагивал, хотел бы рассмотреть уже в 2017 году. Вы нарисовали элементы более усложненного варианта того, как мы рисуем с вами вот этот веер, да, углы 1.1, 1.2, 2.1. То есть вот это называется коробка Ганна, то, что вы изобразили. Как раз и разметку по времени все абсолютно правильно сделали. Вот. Но расчет по любимому углу как раз подразумевает то, что мы используем вот... Сейчас покажу, что мы используем квадрат, причем не вот в таком виде, как мы здесь его привыкли, да, с вами на 15 минутках на день вперед, на часовиках, там на неделю вперед, а расчет именно вот как мы считали с вами швейцарца, да, расчет именно вот такого вот плана, когда мы, собственно, ищем этот любимый угол, да, почему он так и называется. То есть в данном случае у швейцарца есть два любимых угла, вот он, это 0 градусов, и вот он. Это 120 градусов. Вот, поэтому я вчера просто не успел на ваш вопрос письмом ответить, потому что писем в последнее время достаточно много приходит. Я обычно стараюсь отвечать сразу, но не всегда получается, поэтому иногда задержка получается там в несколько дней. Вот, после семинара постараюсь вам ответить. То есть разметка верная, просто термин чуть-чуть не сходится. Вот, а так все правильно. Коробка совершенно верно, да. Коробка Ганна. Мы эту тему, я думаю, в 2017 году с вами затронем. Я просто чуть-чуть еще собираю информацию, потому что методы Ганна не полностью описаны. Часть информации он, к сожалению, с собой забрал. И если вот, например, обычная разметка по углам и квадрат 9 описаны, в принципе, достаточно неплохо, вот, то с коробкой небольшие проблемы есть. И дополнение к квадрату, если учитывать сезонность, если учитывать поведение толпы, то есть, я как-то на одном из клубных дней приводил пример, когда делается расчет с учетом космограммы. Вот. Он всего лишь уточняет некоторые цифры, и он просто сдвигает некоторые уровни. Там иногда временные уровни на пару свечек сдвигаются, ценовые там
на пару пунктов, но выглядит это все намного страшнее, и если это включить, то мало того, что квадрат и так внушает ужас тем, кто его видит первый раз, да, напоминает танец с бубном, то когда включаешь космограмму, это кажется совсем бредом. Вот примерно вот таким вот это образом выглядит. Вот, поэтому, когда начинаешь такие вещи рассматривать, обычно надо стараться работать с первоисточником. Поэтому я вам не все элементы показывал, только те, по которым максимально нарыл информации. Так что если вот соберу достаточно данных по коробке, то в дальнейшем мы с вами перейдем на более крутые вычисления. Вот. Но это небольшое лирическое отступление было. Ну, пока что смотрим теперь по квадратом, что у нас получилось. Еврик зверски просто дернулся из-за вот этого вот низколиквидного рынка, поэтому его сдвинуть было значительно легче, но тем не менее, как бы странно не было, он все равно остановился на одном из расчетных значений, что еще раз говорит о том, что они остаются актуальными даже в условиях плоского рынка, только получилось, что он взял сколько? Вот это основная цель, первая дополнительная, вторая дополнительная, он даже третью дополнительную цель взял. Ну, для тех, кто вошел раньше и выходил по осциллятору, да, тут особо думать не надо. Получается, сигнал был вот здесь. И получается, первую дополнительную можно было бы забрать. Очень неплохой вариант дальнейшего развития событий. Вот, а так как он уже все, что можно взять, взял, по данному графику сегодня уже с ним ничего делать не надо. 15-минутки. Здесь получается тоже очень точно взял. По времени тоже получается, что ровно через две свечи началось это ускорение. Вот. И сейчас получается после 10 часов надо будет смотреть, будет образовываться фрактал или нет. Если он будет стоять на месте, то после 10 часов можно будет сделать импульсное присоединение. Если же он пойдет дальше, то посмотрим, что будет он пробивать временной угол, уровень или нет. Если он также пойдет дальше вниз, то это будет значить, что он будет возвращаться в диапазон. Если он отобьется, то будет еще один рывочек наверх. Но опять же, это только скальперам интересно, остальные могут мимо ушей пропускать. Так, вижу сообщение еще от Егора. Давайте посмотрим вместе. Так, ну вот я вижу, как раз тоже очень неплохо совпало с расчетом. Давайте сейчас. Вот то, что мы пару раз уже поднимали вопрос с применением одновременно веера и фиба. Вот, получается, это 423,6 в данной ситуации дошел. Кстати, сколько там уже насобирали скринов? Интересно просто. Как раз на новогодние праздники можете систематизацией заняться. Так, ну, очень неплохо. Дальше. Фунт. Фунт более наглядно получилось на этом графике увидеть, что он далеко сильно не собирался. Так, 47 скринов. Ну, уже неплохо. Еще бы столько же и было бы вообще хорошо. Попробовал пробить 22.85. Не смог, опять сидит внутри диапазона, так что задача от понедельника, вторника абсолютно ничем не отличается. Вот, но ввиду того, что сегодня пятница, да еще и 30 число, я думаю, фунтика пока трогать не стоит. Но если он выйдет за 22.85, и это будет желательно после 15.20, то до конца дня он может сходить на 23.164, это будет маленький локальный рост. Это не будет менять основной его дневной тренд. Так, фунт на 15 минутках. Первую цель взяли сразу, причем по всем признакам, и по механическому, и по расчетным уровням. Вот сейчас получается, если заново пойдет наверх, закроется за 22.77, попробует повторить ту же самую цель, то есть 22.94. Там уже дальше как получится в зависимости от скорости, потому что следующее время у него 11.30, 15.30, 19.30 и 23.30.
Пока что времена синхронные, поводов усомниться нет. Следующее, швейцарец. Швейцарец тоже взял больше целей, чем ожидалось, но опять же остановка произошла практически идеально на одном из расчетных значений. Каждый раз удивляюсь, что даже при низколиквидных условиях рынка все равно остановки происходят именно на этих уровнях. То есть еще раз подтверждает то, что Ган как разработчик метода смотрел очень далеко вперед, то есть не было у него никаких компьютерных методов сейчас, как у нас. То есть додуматься до подобного метода вычислений было, наверное, очень тяжело в то время. Вот, что мы делаем сейчас? Сейчас наступает временной уровень, 9 часов. Соответственно, нужно дождаться, чтобы закрылась эта свеча и следующая свеча. Если он сейчас нарисует нам хорошую медвежью свечку, то он полезет дальше взять ближайший или через один уровень. То есть 1.01.66 или 1.01.182. Если нет, если вот этого не произойдет, спустя как закроется эта свечка и следующая, ну это по сути 1 час 59, 1 час 58 минут еще, да, то он может вернуться в диапазон вот сюда. Это вообще не интересно, да, вот поэтому смотрим, как он будет развиваться вот здесь. Японка. Японка фактически идеальный разворот по времени. Первый аргумент того, что надо было сваливать, нам как раз пример сегодня показывали, да, как забрали эту сделку. И второе, это третье касание, да, то, что далеко обычно цена никогда не убегает. Раз, два, три. И тут же практически назад, ну, с уколом, с учетом малого количества участников, да, то есть у нас, во-первых, сигнал по времени был, и сигнал, во-вторых, по третьему касанию. Не забывайте про третье касание, оно очень часто выручает, так же, как здесь было. Раз, два, три и отошел. Отходит обычно к ближайшему уровню. Если тут особо разгуляться не на чем было, да, то здесь 34 пункта. Если кто-то ночью не спал или ваш часовой пояс позволяет это, то, в принципе, было чем заняться. Сейчас, соответственно, идет движение наверх. Кто тут не входил, уже прозевал. Ждем, пока она вернется в диапазон или пока у нас не обновлятся, соответственно, расчетные уровни. Дальше. Австралиец. Австралиец с какого уже? С четвертого захода он все-таки взял первую цель. Мы с вами обсуждали, что если он не пробьет 71.966, он попытается еще раз сходить наверх, так как он несколько раз... Ну, точно цель не брал, поэтому попытка будет. То есть вот он 72-235 все-таки забрал. А основную цель селенок не хватило взять. То есть вот был сигнал на остановку. То есть, во-первых, вот здесь был рикша, да, длинноногий рикша. А вот здесь был сигнал о том, что пора уходить. Так, дальше. Так, 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 вижу, Елена пишет по фунту. Натянула FIBA, жду отработки сигнала. Он цепанул хвостом 161.8, соответственно 423.6, отметка 1.2443. Так, и комментарий еще, скорее всего, уже после Нового года. Ну, я тоже думаю, что все основные вот эти моменты мы с вами будем обсуждать уже, когда встретимся 5 числа. Большинство уже разбежались с рынка. Так, Михаил пишет, Уильям Ган был гением, который определил свое время на много лет вперед. Жаль, что многие свои гениальные разработки он унес с собой. Да, абсолютно согласен. Но, тем не менее, даже то, что осталось, если вот по крупицам постепенно собирать, дает очень неплохие результаты. И вот та маленькая-маленькая часть, которой мы с вами пользуемся, да, на данной аналитике, как видите, дает достаточно неплохие результаты. И я надеюсь, что вот тот материал, который я постепенно вот собирал в течение вот этих последних лет, нам позволит в дальнейшем пользоваться еще более точными вычислениями. И если я также вот нормально откатаю на истории и проверю все вычисления на точность, то, возможно, мы с вами постепенно перейдем от углов к коробкам в дальнейшем. Но это план на весь 2017 год, потому что там достаточно много чего нужно будет сделать.
Вот. Коробка, она выглядит немножко более громоздко из-за того, что там больше линий, но зато там значительно выше точность. Потому что там есть более точный расчет по времени, в отличие просто от углов. Так, дальше. Новозеландец. Новозеландец взял основную цель. Взял он ее еще в 11 часов вчера после аналитики. Да? Вот, потом сходил вниз, оттолкнулся от уровня 69.300, пошел, взял второй раз основную цель, потом дивер и отошел назад. Желательно не трогать его до 12.20, потому что может быть разворот по времени, и он пойдет наверх рисовать разворотный клин. Как это может выглядеть? Вот так. То есть он насколько-то там упадет, совсем незначительно, почему я говорю его не трогать. Вот. Потом он сходит как-нибудь вот так, здесь будет двойной дивер, и как вы понимаете, по очертаниям будет разворотный клин, и потом новозеландца вот так может загнуть обратно. Как раз, что первый вариант на рост разворота по времени, что второй вариант разворота по клину и по двойной дивергенции, которая здесь может быть, он будет нам интересен. Поэтому вот это маленькое падение до 12.20 сейчас лучше пропустить, а после 12.20 скальперам как раз будет чем заняться. Всем остальным, соответственно, особо делать нечего, готовимся к Новому году. Так, канадец. Канадец вот только выполз на продажу, потом осциллятор сказал, что пора уходить отсюда, да, вот здесь вот мы это уже обсудили с вами, да, вот, и в принципе для тех, кто еще надеется на то, что этот сигнал отработается, у него есть 34.485 и 33.981. Я в принципе бы не был против данной сделки, если бы сейчас был любой другой месяц, но никак не декабрь, 30 число, потому что на рынке, на котором значительно меньше участников, чем обычно, какая-то спекулятивная сделка именно рыночного масштаба, она может все наши расчеты разбить об стену, грубо говоря. Так, золото. Золото опять же за счет DXY сбегало наверх, уже пошла перекупленность на осцилляторе, да, то есть скоро это все закончится, полезет обратно вниз, особенно после того, как наступит 2017 год, крупные участники на рынок вернутся, если по-прежнему для инвесторов западные облигации будут более выгодные, то на золото они пока что возвращаться не будут, если DXY будет расти, то за счет доллара тащить эту котировку все равно будет вниз. Поэтому наша задача посмотреть именно, где он остановится и как он дальше будет падать. И вот этот минимум, который здесь будет, как раз он и ответит, что собирается делать дальше золото. Если оно ниже этого значения 1123.76 не упадет, значит, может быть, он будет расти в дальнейшем. Мы будем искать достаточных условий уже для роста. Это необходимое уже будет. Вот. А если он опустится хотя бы чуть-чуть ниже 1123.76, то у нас не будет даже необходимых условий для роста. И пока что мы его отложим на пару недель в дальний ящик. Сейчас перейдем на часовой график. Я вижу, есть сообщение еще со скриншотом вот Егора. Давайте посмотрим вместе по золоту, как я понял, да? Так. И я так понимаю, даже в экран до конца не вмещается. Так, переместить. Тоже вот этот FIBA с веером расчет получается. То есть вот оно первое. Баня, на которую натягивается, и получается уже зашли за 261.8, впереди нас ждет получается 323.6 и 423.6. Вот. Ну, посмотрим именно, где он остановится. Нас интересует больше именно сам факт того, что он просто остановится, на какой цене, уже не так собственно важно, да, а потом где именно будет вот тот минимум. Потому что как раз минимум ответит на очень многие вопросы того, как будет вести себя дальше золото. И
ключевым моментом все-таки здесь будет являться то, какую политику в дальнейшем с Трампом будет вести Соединенные Штаты, да, если он будет в корне отличаться в своих решениях от Обамы, то вполне возможно, что DXY изменит свое направление. Если же DXY дальше полезет на 110, то ни о каком росте золота мы с вами, наверное, говорить не будем в ближайшем будущем. Так, дальше. Золото на 15 минутках пробовало вылезти наверх, развернулось по времени и по цене. Пробовало второй раз, опять развернулось, так что пока ничего интересного нет. Для особо отважных есть два уровня, 1161.36 и 1155.33. Куда пробьет, соответственно, туда и можно присоединиться, но как бы со всем осознанием того, что работаете в условиях низколиквидного рынка. Так, вижу еще один пример с фунтиком. Давайте посмотрим, что нам предложат. Так, тут прям совсем оптимистично получается. Это какой график? Часовой? Сейчас. Давайте вместе посмотрим. Вот, получается 161 он уже взял. Потом цель 261 и 423.6. Ну-ка, сравним с тем, что мы с вами смотрели на часовиках. То есть там основная цель именно за эту неделю у нас была 23.63. Ну-ка, здесь 23. Ну, вот, расчетное значение именно по квадратам на эту неделю получается вот тут находится, за 261.8. Ну, в принципе, относительно ближайшей цели здесь солидарны. Отлично. Спасибо за пример. Скриншоты обязательно собирайте для того, чтобы в дальнейшем можно было бы их систематизировать. Так, мы остановились на золоте. Да, следующий у нас аргентум. Вот клинышек наконец-таки уже в перспективе у нас может отработаться. Цена уже подошла к его границе. Вот, если у нас бычья свечка закроется за границами этого клина, то мы можем рассчитывать, ну, примерно вот на такой вот рост уже после Нового года, естественно, да, но где-то в район 18 или 18.68, вот так. Но это пока что чисто в теории, потому что не стоит забывать про доллар. Доллар тут в данный момент будет ключевую роль играть. Вот, поэтому это вот рассуждение исключительно основываясь на технике, но без фундамента никаких сделок, естественно, в этом плане совершать нельзя в долгосрок. Так, на часах пока что пропускаем, посчитать не успел. Рубль пока что стоит внутри диапазона 60-80, да, которые объявляли. Вот, но единственное, сегодня пока собирался на работу, слушал новости, как обычно, да, и проскочила такая фраза, что возможно Россия будет рассматривать в 2017 году укрепление рубля даже больше, чем в 2016. То есть я думаю, они допускают значение того, что рубль сможет упасть ниже 60, и они не будут этому мешать. Ну, соответственно, подождем, потому что официальных именно утверждений не было, и это были именно, я так понял, рассуждения вслух. Вот, поэтому слухам сильно пока что верить не будем. Так, вижу еще уточнение насчет серебра. Верхняя граница 18,5 на Чикаго. Давайте отметим. Так, у меня стояло 18. Я здесь Чикаго фиолетовым нарисовал. Значит, 18,5. И здесь тогда тоже надо отметить, но что-то почему-то не отметил. 18,5. Вот, ее пересчитаем позже. Так, нефть внимательно смотреть сразу после Нового года, когда вступят в силу договоренности, которые были 30.11. Соответственно, если будут создавать искусственный дефицит по нефти, то она полезет дальше наверх. Если она полезет наверх, это сразу отразится и на канадце, и на нашем рубле. Не забываем, да, про это тоже.
Так, теперь японка пробила диапазон между любимыми углами. Это мы с вами обсуждали, да? Вот, пошла вниз. Немножечко силенок не хватило далеко убежать. И по диверу тоже здесь развернулась. Но мы с вами более точно считали на более маленьких вибрациях. Было видно, вот тут был разворот прямо по времени. На более маленьких колебаниях, на более высоких частотах. Вот, поэтому сейчас ждем, как она будет себя вести, когда вот эта вот проклятая расширяющаяся формация закончится. Вот, она может зайти обратно в диапазон, и там на выходе будем ее ловить выше 117.45. А по-хорошему было бы классно, чтобы она упала до 115.55, и тогда бы мы ее отсюда с очень маленьким стопом, вот за 115, можно было бы заново остановиться на покупку. Ну, тут уж как получится, да, заранее не угадаешь. Самое главное не пытаться фантазировать, как рынок будет себя вести, а именно по факту присоединяться к движению. Дальше, фунт, скоро мы этот расчет удалим. Вот, пока что он еще актуален, но цена сильно отстала от времени. Уже точки расчета я вам обозначил. Кто захочет, можете любимые углы сами посчитать, потом сравним. Вот, это уже, наверное, тоже добавлю в следующий раздаточный материал. Золото на неделях у нас получился на прошлой неделе доджик. Да? То есть, если вот эта неделя закроется именно бычьей, то отдаленные уже перспективы роста у нас будут, но пока что без достаточных условий. Так что четко утверждать, что золото развернулось, мы еще пока что не можем. Так, вижу, у нас еще мнения появились. Егор предлагает рассмотреть еще скрин по новозеландцу. Так, ну-ка давайте посмотрим. Новое окно. Так, вот еще один пример. Так, единственное, вот здесь не совсем мне лично понятно, почему разметка сделана по вот этому движению. То есть, если мы берем вот эту коррекцию, да, то колебание должно быть вот таким, а потом возврат вот сюда. Потому что получается импульс вот такой, да, а коррекцию берем от другого импульса. Тут не совсем точно получается, потому что вот этот расчет может внести неточности в статистику, которую вы будете подбивать. То есть даже если он отработается, возможно, он будет выпадать из общей группы, то есть как исключение из выборки. Так что вот к этому примеру относитесь поосторожнее и на всякий случай пересчитайте для вот этого вот максимума. Просто перепроверить, насколько точно будет расчет относительно этой точки. Вот. А так пока что он дошел именно до 161.8, до 261.8 не дошел. Так что на всякий случай сохраните и так, потому что вот тут неточность все-таки есть. Но в любом случае спасибо, что поделились мнением. Так, еврик, кстати, на удивление, смотрите, как получилось. Считали мы с вами в начале недели где-то, да, этот любимый угол, да, евро-рубль. И по времени было на 9 утра 30 числа потенциальное изменение движения на противоположное, то есть на рост, и вот он рост получился. Вот, и к тому же еще дивер, я думаю, все видят. Это уже, я думаю, все привыкли, да, что мы на него обращаем внимание. Так что евро-рубль может чуть-чуть подрасти, но это никак не меняет тренд, вообще никак не меняет. То есть, возможно, она там чуть-чуть вырастет на пару рублей и загнется потом обратно. Вот, падение продолжается. И вот самый сложный, самый долгий расчет, который пока что мы делали за последнее время. Обратите внимание, что наша модель занимает 11 месяцев, только формировала то колебание, которое мы будем изучать на протяжении, наверное, следующего года, как минимум. Вот. И синхронность как по ценам, так и по временам достаточно хороша. Вот. Сейчас мы видим, что цена отбивалась от одного из уровней, который относится именно не к расчетным, а к фактическим, да, то есть от четвертой точки отбилась. И сходила на расчетный, который одновременно совпадает с точкой
Так, не вижу, где она. С второй точкой. Я специально сделал штрих пунктирный, потому что я когда делал расчет, они практически совпали. Там разница в несколько пунктов всего лишь получилась. Поэтому пришлось наносить отдельно, чтобы не перепутали. Вот, от него отбился. Посмотрим, как он будет себя вести дальше. Для нас следующее принципиально важное время. Это 25 января 2017 года. Один из ключевых моментов. Вот. Ну вот, собственно говоря, и все. Сейчас ссылку вам скину. Так, давайте сохраню раздаточный материал. И я повторяюсь еще раз для всех, что обязательно всем после 1 января обновить раздаточный материал. Я даже в чат напишу, возможно, кто-то отключился. Давайте напоминаю. После 1.01 всем обновить раздаточный материал, иначе будут сбоить индикаторы и скрипты. Так. Значит, архив 30.12.2016. Так, сейчас закину на облако, можете скачивать. То есть где-то в понедельник, там ближе к вечеру, зайдете в папку, там по идее должен уже появиться архив. Я постараюсь максимально быстро сделать, чтобы у вас у всех уже все было. Все, значит, у кого ссылка на общую папку есть, можете забирать, а тем, кто хочет непосредственно по ссылке пройти, вот ссылка. Вот, забирайте. Вот, теперь, собственно, это последний был, даже правильно будет сказать, крайний выпуск в этом году. Еще раз поздравляю всех с наступающим Новым годом. Надеюсь, что в целом закрыли этот год в хорошем плюсе, и чтобы следующий год принес значительно больше плюсов и как можно меньше лосей, чтобы было много интересных тем, которые мы с вами сможем обсудить, и в дальнейшем все совершенствовались в своих навыках торговли. Всем удачи, попутного тренда, и с наступающим Новым годом. До свидания.